Овраг у 70-го дома по проспекту Ленинского комсомола – место проходное. Жители ближайших домов выгуливают здесь собак, дети через него ходят в школы, а видновчане сокращают путь к остановкам транспорта. Ежегодно весной здесь проводят большой субботник, ведь мусора за зиму скапливается немало. Это, наверное, порыв души – выйти в субботу в хорошую погоду и убраться. Иначе как бы наш город будет зарастет в грязи, либо его уберут чуть позже, чем мы хотели бы. На субботник вышло около 50 человек. Это и целые семьи, и молодежь, и сотрудники бюджетных организаций, Дорсервис и Энергия. Мы активно сотрудничаем с молодежью городского поселения нашего и всего Ленинского городского округа. Поэтому, когда мы проводим такие акции, молодежь с удовольствием подключается, всегда очень активно принимает участие в таких мероприятиях. Вооружились перчатками, граблями, мусорными пакетами и вперед бороться за чистоту города. Элеонора Носкова узнала о субботнике от подруги и, не раздумывая, решила участвовать. Это мой город, и я хочу, чтобы в нем было чисто. На уборку выходили вместе с детьми, и чтобы малыши не потерялись, с ними играл клоун Алекс. Ведь субботник – это не только про работу, но и про полезный отдых. Молодец, это тебе. Это не тебе. Это тебе, друг. Это тебе, Ванька. В минувшие выходные прошли последние муниципальные субботники, но уборка территории муниципалитета еще не кончилась. Впереди общеобластная акция. Она пройдет 24 апреля. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.